Сашко, я на месте. Да ты без проблем найдешь его. Одноэтажное здание на границе Ока Москвы. Кажется, я знаю, где это.
What? Тебе удалось найти что-нибудь с... Взгляни, сынок. Я хочу обменять патроны. До встречи. Ёбаная Припять. В какой момент я свернул не туда? Он так долго не просидит! Все, выключи гул!
Поймать его! Прижать этого засранца! Он в укрытии! Отходим! Этот засранец скрылся! Найди его! Ну-ка стоять! Ты вроде говорил, что торгуешь, да? Что у тебя есть? Не знаю. В каком смысле? Ну, я... Сам я их нет. Ерунда какая-то. Да. Какая... Знаю. Все очень... Не больше, а... Игорь. Но... Ник... Мне пора идти. Прозвафура... Ну-ка, стоять! Ты вроде говоришь, что у тебя есть? Прости! Помоги мне, друг. Татьяну? Жаль. Никогда. Твоя подружка, да? Ах, любовь! Я тоже когда... И что, отрезала? Ну ты приколист! Ты... Слушай, а что-нибудь... Ну, на электростанции что там? Наровцы! И этот... Меня это чу... Так у тебя есть другие... Ты меня совсем не слушаешь! Они... Ты вроде говоришь, что у тебя... Прости! Мне пора идти. Братва Фурева! И... Сашко,
Я нашел коробку, но она пустая. Какие-то ошметки валяются и... Вот дерьмо! Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать... В смысле? Детонатор у тебя. Жми на кнопку. Это еще зачем? Чтобы отправить этих гаденышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей взрывчаткой в брюхе. Ладно, отправляйтесь к великому крысолову, мои пушистые друзья. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Ха-ха, охренеть! Ничего не случилось. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но, блин, Игорь Хименюк. Профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я уже даже не удивляюсь. Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего храброго партнера. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Сашко, я нашел здание, но тут полно бойцов нар. Похоже, они знают про тайник. Есть идеи? Говнюки. Наверняка они меня еще раньше выследили. В следующий раз предупреждай, будь любезен. Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Спасибо, но... Связь прерывается. Сигнал пропадает! Игорь! Помехи! Сашко! Сашко! Черт!
противника! Обнаружил эхо. Посмотрим, на что ты способен. Зачем ты вернулся? Твои поиски подходят к концу. Кто знает, что Нар теперь с тобой сделает? Лучше тебе не знать, что они для тебя приготовили, любимый. Тебе нужно срочно выбираться отсюда. Думай, Игорь, думай. Голова просто раскалывается. Где я? Нужно найти генератор порталов. Мой билет на волю.
Нет, 10. 10 дней прошло с тех пор, как нас сюда определили. Караульная служба. Чтоб тебя. Да ладно, ладно. Это так, мысли вслух. Кстати, не хочешь заценить странный пистолет в главной палатке? Интересно, зачем он? Значит, мое снаряжение в главной палатке. Наверное, но лучше убедиться.